Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, забираем свои ежедневные награды плюс задание и пойдем прокачивать карайку именно по навыкам. Вот она у нас здесь. Так, друзья мои, копье прокачал до 4 ступени. Вот нам теперь нужно с тобой 6 кошек, джойстиков 10 штук и 14 шляп с напитками. Ну, давай, наверное, кошек попробуем найти. Одна есть. Отлично. А нужно 6. Нам нужно 6. Так, вторая. А вот здесь сейчас будет геморрой. А нет, смотри-ка, третья выпала. Еще 3. Четвертая. Блин, мутаген. Билет. Это все не то. Опять билет. Ну хорош. Последнюю дайте, пожалуйста, а? Не хотят. Не хотят. Они дают билеты, всякую ерунду, но не то, что мне нужно. Угу. Я так, ребята, все эти свои потрачу, а? Блин, телепорты. Да что ты, блин, будешь делать? Ты посмотри. Оу, у меня пицца закончилась, прикинь. Зашибись. Я надеюсь, нам пицца никуда не нужна сегодня, а? Ну ты посмотри, все потратил и не нашел. Ладно, давай завершать здесь задание. Забираем награду здесь тоже. Поднять уровень персонажа, открыть колоду. Колоду открываем в первую очередь. И нам выпадает мутагеноид собственной персоны. Так, это мне не нужно. И остается поднять уровень персонажа. Сколько у меня мутагена? 4000 всего лишь. Но я думаю, что хватит кому-нибудь левел 1 поднять. Даже 2 уровня. Так, ну что, урок, кстати, классический у нас получает 44 уровень. Здесь забираем свои остатки. Так, ребят, ну что, пойдем в бой. У нас испытание. Открылся эксперт, это именно Армагеддон и плюс негодники. С кого начнем? Начнем, наверное. Слушай, ну по идее, ребята, здесь смысла проходить вот это испытание нету, потому что мы уже его проходили неоднократно. Давай пойдем с тобой на негодников. Так, негодники. А сможем ли мы его пройти? Так, смотри-ка, тут 90 уровень. 90. Оу, тут будет сложно, кстати. Я, конечно, попробую пройти, но что-то мне подсказывает, что вряд ли. Так, начнем, наверное, с паукуса. Блин, у нас еще и двойного удара нету. Опа! Смотри, что творит, а? Ты смотри, что вытворяет. Да ну! Сплинтера завалили с полтычка, ты прикинь? Да, я такого расклада не ожидал. Если быть честным. Сейчас мы, по-моему, и Тимати потеряем. Ребят, это что-то такое, а? Это что за выкрутасы, я не могу понять. У меня остался в живых только железноголовый плюс Усаги. Как мне здесь проходить? Не знаю. Мне кажется, не пройдем. Здоровски, конечно, поиграли. Так, крысиный король от постепенки отдуплился. Ой-ой-ой-ой, какая тут команда. Кого будем брать, наверное, в первую очередь-то? Я даже не знаю. Давай, наверное, Алапекс. Так, минус. Теперь, наверное, мутагеноид, да? О, железноголовый, ты слишком слабенько бьешь. Опа, понизили нам атаку. Тут постепенный урон. Вы что творите, гаденыши? Это еще и провокацию берет на себя, прикинь. Это... Давай, наверное, сделаем с тобой баф. Не знаю, чем это мне поможет, конечно. Так, смотрим. Давай бомбить. Раз. Два. Но не добили. Заблокировали способности еще. Ну ты посмотри, что делает, а? Ладно, уничтожаем, короче, крипа.
Теперь, наверное, мутагеноиды будем потрошить. Окей. Так, здесь бросает свою пиццу. Пора с ним заканчивать, с этим пиццелицем. Ну-ка, Усаги не подведи, отлично, красавчик. А здесь мы, наверное, бомбанем. И должны добить. Должны мы с тобой добить. Да, мы, конечно, прошли с тобой, но не на 3 звездочки. Очень сложно здесь, на самом деле. Но сложность заключается в чем? Во-первых, ребята, у них преимущество. Уровень офигенный. А у меня очень мало слабеньких. Так, эпизод второй. Ну, здесь я даже не знаю. Ну вот как тут играть, а? Эх, стоит ли вообще выпендриваться, а? Ладно, я рискну. Я рискну, ребят. Знаю, что на 3 звездочки никак не пройдем, но все-таки. Тут еще и Хан, а? Надо, наверное, начинать именно с него. Ай-яй-яй, даже не заблокировал Хан, ну... Во, молодец. Блин, ты посмотри, они почему-то начинают бить именно Сплинтера, а не Тимати. С чем это связано? Ума не приложу. Давай, Тимати, бери провокацию, так уж и быть. А этот сейчас, скорее всего, друзья мои, знаете, что сделает? Достанет свой пулемет и будет бомбить. Ну... Кто бы сомневался? Конечно же, Сплинтер сразу же отдупился. Мы, кстати, с тобой еще и этого не добили. Короля крысиного. Ай, чуморезы, что делают, а? Так, ладно. Что тут будем делать с тобой? Давай, наверное, силу атаки повысим. Взять провокацию, наверное, придется. Давай, Усаги. Попытаемся что-нибудь сделать здесь. Так, змея Карай отдуплилась. Сможешь, интересно, завалить? А-а, не хватает у него силенок. Ну-ка, добей. Отлично. Так, теперь мы попробуем уничтожить Крипа. И остается пиццелицей. А он бросит свою плюшку, нет? Он не бросил, конечно, друзья мои, но ты посмотри, сколько у нас хп осталось. Усаги только более-менее. Ох, ёк-макарёк. Заблокировали. Ну, хоть где-то небольшой плюсик мы все-таки нашли с тобой. Давай его добьем. Так, они мне 100% сейчас уничтожат Железноголового, поверь мне. А что можно сделать здесь? Наверное... Блин, я не знаю, и тот злой, и тот злой. Давай так, наверное, сделаем. Заблокируй ты его. Нет. Пока, железная голова. Вот начинается, ребята, самое страшное. Так, уничтожаем с тобой этого. Все. Тут крышка, друзья. Тут крышка, бедный Усаги. Но он пытался. Он боролся как лев до последнего. Да. Даже вертушка нам здесь не поможет. Никак. Ну, не осилили, друзья мои. Ну, что я могу сделать? Гаденыш, а? Ты видел, что он сделал? Мутагеноид. Плешивый. В общем, друзья мои, это полный фейл. Полный фейл. У меня здесь ничего не вышло. Я не помню, что вот здесь вот можно фармить. По-моему, опять же, черепашек... Ниндзя из космоса, да? По-моему. Ну зачем нам там тратить энергию, если мы можем с тобой вот здесь вот то же самое сделать. Так что давай. Тратим с тобой сыр. Тьфу ты, не то делаю. Так, 3 золотых осколка, 40 жетонов, 3 доллара, ноутбук Дона. Так, Донателло Космос, отлично, есть 40 жетонов. И последняя попытка. Ага, Леонардо Космос. Отлично, друзья. Ну, хотя бы две карточки у нас сыграло. Замечательно. Так, ну что, у нас с тобой сегодня суббота.
Нам нужно, ребята... Так, Лига Мастеров, одна звезда. Нам нужно пробиваться в топ. Кстати, давно такого не было, чтобы в субботу и я не был еще на топовом месте. Сегодня нужно приложить все усилия, чтобы туда забраться. У нас с тобой 30 откатов. 30 откатов, да? Поехали. Подожди-ка. Вот так вот, наверное, сделаем. Сегодня хотя бы должны дойти до Лиги Мастеров 3 звезды, ранг, ой, место 50-е. Я на это очень сильно надеюсь. Ну-ка. Отлично. Армагоша здесь сработал на ура. Блин, вот так вот ждешь, да, вот этих вот сложных испытаний. И бац, тебе дают всего лишь одного усаги прокачанного. И то мы с тобой сфейлились. Это говорит о том, что, ребята, нужно прокачивать и Ваньку. Кто там у нас? И Железноголового до 100 уровня. Иначе мы будем так с тобой проигрывать и никогда не наберем нужное количество наших элементов, за которые идет прокачка. Так, убираем этого. Слушай, ну если Армагон сейчас справился, я думаю, если мы возьмем с тобой вот этих, а прикинь, сфейлиться. Вот это будет обидно. Да нет, он должен порвать их. Хотя Донателло может выжить. Посмотрим. Или даже Рокстеди. Нет, никто здесь не выжил. И мы с тобой двигаемся дальше. Да, друзья мои. Давно видосиков не было. Это из-за того, что, ребят, работаю. Работаю, очень сильно устаю. И как бы нужно отдыхать, ты сам понимаешь. Не все же у нас, как говорится, в играх заключается. Ну что, берем с тобой, наверное, Маркоса. Берем Маркоса. Так, а тут уже 73 уровень появился. Поэтому нам нужно брать подстраховку. Кто-то в комментариях написал: Рэй, а почему ты не берешь Армагона для подстраховки? Ну, потому что некоторые пишут: бери хоть каких-нибудь разных. Вот поэтому я и беру. Где Усаги, где Леонардо. Чередуем, короче. Так, ну что у нас тут? Ну, видишь, Усаги не смог все-таки добить всех, а? Давай, Армагуша. Круто. Так, ну-ка, сколько нам там еще до Лиги Мастеров 2 звезды пиликать? Да дофигища еще, да? Да, у нас только 52-я позиция становится 40-я. Ага. Ну что, Эллиран, ты мне поможешь в этом деле? Что тебе стоит? Ну, в принципе, да. Супер Шреддер и наш Армагон — это супер комба на данный момент. Смотри, что вытворяем, а? Просто тотальное истребление. Но Рокстеди все-таки все равно, ребят, какой-то живучий. Даже Супер Шреддер его не смог пробить. А если даже и пробил, то не повесил на него постепенный урон. А раньше у нас был топовый защитник. Это, ну как защитник, именно по ХП это Донателло. Так, ну здесь возьмем, наверное, Факунда. Возьмем с тобой Факунду и... Раз, два, три, четыре. Да, Факунда. Кстати, друзья мои, сегодня вышло у нас в релиз игруха Garbage. И я ее собираюсь опять продолжить снимать. Так что заходите на второй канал и смотрите. Если кто не помнит, то это битва бомжей. Да. Так, ну что, тогда мы с тобой двигаемся дальше. Какая у нас там позиция сейчас будет? 12-я, 14-я, наверное, да? 15-я. Угу. Занижает, друзья мои, они меня параметры занижают. Я уже вижу, я чувствую это. Откатики мы с тобой, естественно, тратим. Кстати, сегодня было какое-то обновление у нас здесь на 120 мегабайт. Я, правда, не знаю, что они там исправили. Говорят, исправляем ошибки. Какие ошибки, ума не приложу. И вот, кстати, ребята, когда у кого-то аккаунт не привязан Фейсбуку, именно вот в такие моменты он может потерять свой акк. Потому что после обновления ты зайти в игру уже не сможешь. Зайдешь как гость, но тогда у тебя все обнулится. Поэтому еще раз повторяю, всегда привязывайте аккаунт к Фейсбуку, если не хотите потерять свои данные. Так, ну что, Сандра Вероника, давай возьмем.
По два отката я трачу за каждый бой. Но зато сейчас мы с тобой уже перейдем в Лигу Мастеров Две Звезды. Долго, конечно, идем, но что поделаешь. Так, поехали. Супер Шреддер, разрули ситуацию. Слушай, неплохо так разрулил, да? И добивка идет. Все, клевенько. Сейчас мы перейдем. И, слушай, а может быть мы даже дойдем сегодня до Лиги Мастеров Три Звезды. Может быть, кстати. Если у нас будет хорошо буститься игра, то вполне вероятно. Единственное, что мне придется потратить все свои откаты, абсолютно все. Их 20 штук, то есть получается это 10 поединков у нас, да? 10 поединков, да, это как раз нам хватит дойти до Лиги Мастеров Три Звезды. Только дойти, каких-то там супер-пупер достижений сделать не получится. Но ничего страшного, завтра еще есть день, друзья мои. Потом опять на работу, блин. Ну, я завершу эту недельку, хорошо. А вот понедельного буста у нас не будет, ребят, потому что я буду на работе. И опять придется либо на выходном делать, а это у меня будет вторник. Даже среда, я бы сказал. Либо как-то после работы успевать. Если, конечно, будут силы. Так, ну что, возьмем с тобой тогда опять Маркоса. Берем Армагона, берем Усаги. Так, тут инициатива, ребят. Ого! Тут у нас Карайка, кстати. А у нее, если не ошибаюсь, инициатива больше, чем у Армагона, да? Ведь я прав или не прав? Сейчас проверим. Если она бросит свои кунаи, не дай боже, то у меня тут, ребята, упадут. Усаги, накажи Карайку. Так. Нет. Нет, все-таки у Армагона инициативы больше. Но это только плюс, потому что она не сделала ничего нашим, как говорится, юнитам, и мы все выжили. Двигаемся далее. 66-я позиция. То есть еще 6 поединков. Так, Кевин. У нас вот тут Кевин. Кевин. И здесь опять же, ребята, если мы с вами не успеем уничтожить Микеланджело, что он будет делать? Естественно, сразу бросать свои сюрикены. Вряд ли он будет здесь усиливать отряд свой. Опа! Смотри. А я тебе говорил. Я удивлен, что Кейси Джонс выстоял. Да ж ты посмотри. Ну-ка. А, у него уклонение. Трындец, ребята. Ты прикинь, жучара какой, а? Ах ты сморчок. Я в шоке. Не можем поп... Он 78 уровня, мои сотые уровни. Да вы что, совсем что ли издеваетесь, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига он прибурел, этот парнишка. Ты видел, что он сделал? Он бы мог, кстати, моих вот этих двух еще уничтожить, если бы у него сюрики вылетели бы с критом. Да, Кейси Джонс, я немножко, конечно... Не, ну, в принципе, это не его вина. Блин, 58-я позиция. Всего лишь 3 позиции пролетели, ребят. Это что за фигня? Да. Блин, и смотри, 17-24 не дают. Прикинь? Во, есть, нашел. Ну, тут опять этот голодранец. Я имею в виду Микеланджело. Слушай, я не буду рисковать. Давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем вот так вот. На худой конец, если мы даже с тобой не добьем этих ребят, он положить сразу же не сможет. Так что поехали. Шипы. Вот тогда было тяжело тебе, Шреддер, блин, повесить на него постепенный урон. Нет же, блин, не повесил, ребята. Из-за этого он и наказал мою команду. Вот поэтому я и говорю, что, ребята, есть вот такие вот нюансы.
Супер Шреддер, говорят, сильный. Да, он сильный. Но если он не повесил постепенный урон, все, пиши пропало. Ай, оттопыривается, оттопыривается у нас с тобой, как говорится, прохождение. Блин, 17-24 же было. Ну вот зачем? Ну вот. Кулиан. Блин, а еще самое главное, что мы с тобой тратим откаты. Но здесь ничего такого нету, поэтому, ребята, здесь можно взять вот обычных простеньких. Здесь по инициативе все, как говорится, слабачки. Бакстеры всякие, Донни. Я не помню, по-моему, только вот морозильная кошка вроде бы. Но она все, сразу отдыхает. Ну и Сплинтер, естественно, который сразу же делает контратаку. Все-таки, как ни крути, Сплинтер сам по себе ватный, ребят. Я его пробовал брать в команды. Никаких хороших результатов он не дает. 36 место. Да что ж такое-то? 36 место — это вообще ни о чем. Блин, опять, ребят, опять этот Майки здесь. Блин, что делать? Ну давай вот так вот возьмем. Только лишь из-за него приходится брать довольно сильных персонажей. Поехали. Ну, постепенку. Отлично. Видишь, он сразу погибает, потому что он должен ходить после Супер Шреддера. Фу. А так бы, да, опять же, могли. Ну, тут уже вряд ли кого-то потеряли, но он все равно сделал бы ход. Повесил бы, как всегда, на себя уклонение, еще что-нибудь там. 24 место. То есть, грубо говоря, еще два поединка. Два поединка. Так, раз, два, три. А вот этот вот Микеланджело, насколько я помню, 79 уровня. Он, ребят, не особо сильный. И, по-моему, по инициативе. Ну, если честно, я с раскачанным еще не дрался. Супер раскачанным. Так что, мне кажется, он тоже ватник. И погибнуть должен сразу же. О! Да, инициатива у него слабее. Поэтому здесь мы выигрываем. Окей. Так, ну что же. Какая сейчас у нас будет позиция? Давай 12-ю. О, шикарно. Тут мы хорошо рванули. Вот сейчас вот в данный момент. Давай, 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 17-24. Ну, специально уже, да? Опять начинается вот это вот. Блин, вот здесь было, отлично. Блин, ну с этим Микеланджело я не хочу драться. Возьмем вот это вот. Раз, подожди, подожди, вот так вот. Два. Боксер, подожди пока. Так, 6 откатов всего лишь. Остается у нас 6. То есть это получается на 3 поединка. Ну да, в Лигу Мастеров 3 звезды мы сегодня попадем. Так, и добивка. Я не знаю, ребята, может быть вечером все-таки поиграть, да зайти сегодня в топчик. Так сказать, вечерний топчик сделать. Как раз там у нас за рекламу я сделаю себе 10 откатов. Ну, отлично. Лига Мастеров 3 звезды приветствует. Сотое место, ровно сотое. И у нас с тобой 3 поединка. То есть за 3 поединка мы можем с тобой довольно неплохо уйти. Где-то, ну, 70-е, 60-е место. По моим расчетам должно быть где-то так. Так что давай проверять. Так, а здесь по инициативе, конечно же, у нас рулит Зак. Он всех переплевывает. И Супер Шреддера, и Армагона. Неплохо. И добивка. Можно вечером все-таки попробовать заморочиться и попытаться пройти, если, конечно, вы хотите, испытание Армагона. Ну, я думаю, что вряд ли вы захотите, потому что, ну, ребят, что нам? Фармить ДНК на Армагона? Зачем? Так, Джессика. Практически как Джессика Альба. Так, берем раз, берем два. И последние наши персонажи сейчас будут отыгрываться. Иди сюда. Поехали. Плюс мы с тобой еще заработаем немножко мутагена и, конечно же, в конце прокачаем слабых наших персонажей.
Ну, тут понятно, у Микеланджело, у нашего, конечно же, инициатива больше. Потому что он с какого там он? 90 уровня. Слушай, а если он будет 100-го, он сможет переплюнуть, например, того же самого Зека? Или нет? Просто вот интересно знать, кто сильнее, 90-го, 80-го уровня Зек или 100-го уровня Микеланджело. Так, ну смотрим. Так, 74-е. Ну, ребят, я говорил, где-то будет 60-я позиция. Это последняя, получается, да? Вот тогда возьмем с тобой Паула Цезаря. Возвращаем. Так, здесь откатываем. Берем. И... так, так, так. Давай. Шреддера, классику. Окей, погнали. Блин, ну почему-то меня немножко расстраивает то, что у нас не получилось сегодня платиновое событие пройти. Даже первого задания на 3 звезды не получилось. Потому что там Сплинтер ватный, Тимати ватный. Вот из-за этого все. Ну, друзья мои, конечная остановка у нас 61-я позиция. Плюс, например, 8 часов игры. Это сколько нас... ну, наверное, на Лигу Мастеров 2 звезды нас сбросят, 100% тебе говорю. А если нет, будет круто. Так, ну что, мы с тобой тогда... вот, ребят, если что, пишите в комментах. Будем вечером проходить испытание на Армагона? Потому что, ну, больше здесь нечего. Сюда я уже не вернусь, ребят. Ну, бесполезно здесь драться. Просто бесполезно. Здесь меня отмутузят. Так, идем с тобой в список. Ищем наших слабых персонажей. О, кролики. Ничего себе. Ребята, кролики получают у меня 49 уровень. Хм. То есть приближаются к полтинничку. Так, а что у нас тут? У нас задания обновились. В плане. Так, а энергия обновилась? Она уже накопилась, одна штука. Так, что у нас по жетонам, друзья мои? По монеткам. Монеток у нас 41 штука, мало. Жетонов 505 штук. Тоже мало. Ладно. Ну что, давай, наверное, будем заканчивать вечером. Если что, пиши, будем или нет. Если да, будет еще одна серия. А на этом пока все. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывай, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя-закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты.